Оно немножко с чем-то связано, тем, что как бы наши мысли материализуются или что. Значит, тоже много лет назад, когда я еще вот, сейчас я там 53, а тогда я еще 45 весила. И, значит, тоже вот так сидели девушки, женщины, да, и там вот тоже подходят к одному лектору и говорят, а что, правда, значит, на нашей продукции можно похудеть? И, значит, ну да, вообще-то там худеет, все то все. А лектор уже такая была женщина тоже в возрасте, она говорит, знаете вы, девушки, ну, как бы можно, конечно, похудеть, но имейте в виду, что все-таки у нас есть определенный возраст, что с возрастом уже никуда не денешься, гормональные перестройки, как бы, они тоже сказываются. Вот, а вообще, говорит, на кости только собаки бросаются. Значит, я им еще говорю, и что вы думаете, значит, на меня их... Я говорю, что на нас, значит, собаки бросаются? Ну, посмеялись. Иду с офиса. Иду, такая было лето. Тоже так же у меня, значит, эта сумочка на плече. Вот тоже с коротким рукавом. Музыка в ушах. И я, значит, как иди, значит, там ничего особо не видишь. Вот по той стороне, значит, этого Малого проспекта. Иду, смотри, навстречу женщина с собакой. Такая женщина, вот, значит, такая. И у нее собака огромная, большая собака. Я иду как бы по правой стороне, она вот, вот здесь у меня по левой. И собака у нее еще со стороны дороги. И что вы думаете? Когда мы с ней поравнялись, собака выпрыгивает и вцепляется мне вот так вот в локоть. Я ей, знаете, там мать-перемать, да, там что-то. А потом меня разобрал такой ржач и говорю, ну да, уже кидаются. Понимаете? Поэтому вот оно действительно как бы сказала, что хотите сказать, кидается, пожалуйста, получите. А я эту фразу как бы давно знала, но она просто получилась такую тему. И когда вот люди начинают зацикливаться на похудении, да, я вот эту историю всегда рассказываю. Что не всегда, как говорится, вот быть худой, видите, даже идет тетка такая, может быть, она ее давно не кормила. И тут, значит, идет такая медом пахнущая аппетитная косточка сладкая.